Ну, там нет. Так, это мои братья. Тоже кельчанки, тоже Александр. Всем привет. Давай. Это у меня съемочная команда. Ты с группой да. Поддержки. Да, давай, наклейки. У меня наклейки есть. Ну ладно, конечно, там еще есть. Давай еще будет, ничего страшного. Руль есть, педали сидеть. Все в машине. Не, это гироскопическая такая штука. Не, реально руки не дрожат. Это с похмелья снимать. Это же чтобы много денег вот за такую хреновенькую отдавать. Которая, давай нас. Ты ее куда не поверни, а она... Вот моя камера, и у меня свой оператор. Да. Друзья, всем привет. Я на станках групп в Москве. Первая выставка. Первая слёт. Первый слёт столяров блогеров. Ура! Ура! Нифига не слышно будет, потому что ветер там чуть-чуть, там ничего страшного. Всё, да. Вытянем, ничего страшного. И переозвучим. Давай. Давай. Кинем машину, да? Давай. Хочу себе пылесос такой маленький. Вот это там. Дай-ка я подержать его. Давай меня снимай. Вот это трубанок недавно Миша показывал. Выключи на городе. Такого. Голова. Информация есть. Сайт. Смотрите. Датчик звукозарядки. Вот здесь, на курке. Когда курок нажимается, и свет идет, и как раз покажет, сколько зарядки в нем. Ну смотри, аэродинамический, я его почти не держу руками, и он у меня не падает с руки, висит на большой палец. Вот его снимаешь, он меняет двумя руками. Меняется элементарно, там вот везде светофоры стоят рисовые. Идет в комплекте ключик, его достаточно ослабить. Сверло уже выходит, вставляете другое, фиксируете, и все, у вас все готово. Изюминка в том просто, что с минимумом настроек у вас получается абсолютно точные соединения. Давайте подскажите, девушка. Можете еще раз прийти? Так, давайте, может, сейчас нажимаем, пылесос сейчас подсоединим. А вы с собой это имеете в виду, чтобы купить или... Кстати, вот это вот видно,
поставить. Если надо, привезу. Хорошо. Попробуйте по другому. Сам угол наш 48, 48. Передаем этот рычаг в сторону. Еще когда мы возвращаемся, у нас отщелкивается автоматом, и крайняя точка становится 45. Да, это удобно. Фиксируем. Сейчас, секундочку. А, ну шланг нету? Есть он там внутри. Давайте сейчас мы быстренько поднимем.